В Архангельске на 5 дней закроют для движения часть проспекта Ломоносова. С сегодняшнего дня и до 2 июля на участке от улицы Розы Люксембург и до Северодвинска рабочие будут производить ремонт канализации. Вскроют дорожное полотно. В связи с этим меняется и схема движения. 75-й автобус будет объезжать участок по проспекту Новгородскому. Автомобилистам тоже стоит продумывать маршрут заранее.